стали известны даты школьных каникул в Беларуси на 2022-2023 учебный год. Осенние продлятся 9 дней – с 30 октября по 7 ноября. Зимние – 15 – с 25 декабря по 8 января. Весенние пройдут с 26 марта по 2 апреля. Летом учащиеся будут отдыхать с 1 июня по 31 августа. В этом учебном году занятия завершатся 31 мая. В Беларуси за полгода выдано почти 100 тысяч ID-карт. Биометрический документ предназначен для удостоверения личности владельца на территории страны. Благодаря имеющейся в нем личной цифровой подписи можно совершать действия через единый портал электронных услуг. ГАИ проводит профилактическую акцию. До 22 марта наряды ДПС будут вести усиленный контроль за соблюдением скоростного режима. Особое внимание – потенциально опасным участкам дорог, где часто совершаются аварии. За нарушение грозит штраф до 384 рублей. Ирина Курочкина попала в топ-3 мирового борцовского рейтинга. Весовой категории до 57 килограммов белоруска уступает только американке Хелен Марулис и Эвелине Николовой из Болгарии. На прошедших Олимпийских играх в Токио бобруйчанка завоевала серебряную медаль. В топ-10 также Ванесса Каладинская. Спортсменка занимает 7-ю строчку. На проспекте Строителей сотрудники МЧС спасли мужчину. Его с диагнозом отравления продуктами горения доставили в больницу. Причиной пожара, вероятнее всего, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Известно, что пострадавший был пьян.